Приветствую всех! Хотела рассказать вам про драцену. Это растение может расти при разном освещении, но нужно избегать прямых солнечных лучей, чтобы не было ожогов на листьях. Ну а зимой растение можно ставить в более яркие места. Зимой в помещении температура воздуха не должна быть ниже 12 градусов. Ну а как поливать драцену? Важно не заливать растение, и чтобы в поддоне не застаивалась вода, иначе цветок погибнет, так как растение боится переливов, чем засух. Драцену необходимо опрыскивать и протирать листья от пыли. Подкармливаю драцены с весны до середины осени, каждые 2-3 недели. В зимнее время подкормки не обязательны. Для подкормок лучше использовать удобрения для декоративно-лиственных растений. Пересадку растения делают с весны и до конца лета. Пересаживать лучше в глубокие емкости. При каждой пересадке емкость увеличивают до 4 см. Отверстия на дне горшка обязательны. Для грунта подойдет универсальный субстрат. Песка в грунте должно быть больше, чтобы почва была рыхлой, и необходим высокий слой дренажа. Период покоя у драцены начинается в октябре и заканчивается в апреле. В состоянии покоя растение уйдет, если в комнате будет прохладно. Ну, на этом все. Если вам понравилось мое видео, не забудьте подписаться на мой канал.